Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов назвал Чувашию в числе 10 самых благополучных для детей регионов России. Кроме нашей республики, в рейтинг вошли Ханты-Мансийский, автономный округ Калужская, Тюменская область, Татарстан, Чечня, Башкирия. Как отметил Павел Астахов, его аппарат разработал собственную методику, которая позволяет собирать и анализировать количественные и качественные показатели детского неблагополучия, в том числе и отсутствующие в официальной статистике. Согласно этой методике, в Чувашии созданы благоприятные условия для развития и воспитания детей, защиты их прав и интересов. В регионе реализуется комплекс мер по развитию семейного устройства детей-сирот, профилактики социального сиротства, стимулированию рождаемости, поддержки многодетных семей. Благодаря всему этому в Чувашии сокращается количество детей, оставшихся без попечения родителей.